Всем привет! Сегодня у меня Lumia 720. Будем менять дисплейный модуль. Вот такой вот дисплейный модуль. Пока еще не знаю цену, его принесли мне со склада. Позже напишу. Не попадалась мне в руки эта моделька еще. Сейчас попробуем заменить. Отключаем смартфон. Как видите, работает на винде. Ядерный процессор, читаю в интернете, Snapdragon. Итак, сняли слот сим-карты, карты памяти и винтик. Наблюдаю. Так, сразу смотрим, где здесь что расположено. Под системной платой, судя по всему, разъем тачскрина, разъем дисплея, то же самое. То есть, разбирать, походу, придется все. Отстегиваем батарею. Разъем боковых кнопок. Откручиваем системную плату. Так, антенный модуль. Одинаковые винты все. Коаксиал. Так, разъем нижнего шлейфа. Вот у нас разъем камеры. Разъем дисплея. Обратите внимание, такой вот интересный у нас разъем с такими вот контактами тачскрина. С
затрудняюсь придумать что-нибудь, чтобы проверить тачскрин. Придется его держать или просто снять дисплейный модуль и поставить новый, сразу же проверить. Других вариантов пока не вижу. Сделаем. Итак, как видите, здесь придется отделять от рамки дисплейный модуль, поэтому аппарат, рамку с дисплейным модулем разбитым я сейчас ставлю на сепаратор. Вот, прогреваем и продолжаем снимать. Продолжаем снимать. Разогрелся у меня модуль до 100 градусов. Так. Двусторонний скотч совсем мягкий. Аккуратно снимаю дисплейный модуль, потому что дисплей целый. Верх уже остыл. Догреваем феном. Итак, давайте проверим дисплейный модуль, прежде чем очищать рамку. Шлейф нижнего модуля можно пока не подключать.
Включаем дисплей. Есть там между разъемами тачскрина. Включаем. Так, кнопка включения у нас вот здесь. Да, дисплей темный почему-то. Походу он не рабочий. Сейчас закажу еще один. Либо он отстегнется у меня. Попробуем еще раз. Снимем батарею для удобства. Итак, еще раз пробуем, подключаю дисплей. Неудачно присягнул в первый раз. Не факт, что есть контакт тачскрина. Попробуем прижать, чтобы не закручивать. Все работает. Отключаем смартфон. Можно устанавливать. Посажен вот на такой вот силикон.
еще не придумал, на что будем сажать, скорее всего. Судя по толщине, думаю, что на акриловый скотч. Готово. Рамка чистая. Так. Здесь, наверное, удобнее нам будет проклеивать дисплейный модуль, чем рамку. Продолжение следует...
Клик есть. Пристегнули камеру. Разъем, который находится здесь под системной платой. Коаксиальный кабель. Ну, все работает. Вставляем в рамку. Не забудьте винтик. Всем спасибо за внимание, друзья. Я Дов. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. До новых встреч. Всем удачи в работе. До свидания.